Давай начнем сначала. Почему Ватсон-то? Ну, это долгая история. Да мы вроде и не торопимся никуда. Иду я, значит, с комнаты, за комп, батёк, смотрит телек, фильм про Шерлока. В этот тайминг, когда я прохожу, там я слышу фразу «элементарно, Ватсон». Ну все, сажусь за комп, выиграл 2 паблика, думаю, как же все элементарно. Ну и поставил этот ник и аватарочку. И все, и так играл. Ну и понравилось. А как ты вообще начал в доту играть? С чего вдруг все началось-то? Ну, у меня играл старший брат. Мне было там 3 годика, просто сидел, смотрел, как он играет. Немножко подрос, я тоже начал играть с ним. Дома появился 2-й компьютер. И мы играли по локальной сети. Он меня все время душил, но я учился все время. Учился, и в один момент я пошел один играть, без него, на горение. Ну и так начал играть каждый день практически. То есть, по сути, ты играешь с самого начала доты, несмотря на то, что тебе 19, ты олд? Да, у меня даже фоточка есть. Мне 3 годика, я за компом сижу. А брат до сих пор играет? Ну, он до сих пор играет и в доту, ну, и в разные игры, но он больше учится. Я, так сказать, мне неинтересно было учиться. А какие у тебя вообще цели в доте? Вот ты чего хочешь добиться, играя в нее? Там пару юнитов выиграть и переехать на ферму, кукурузу растить. В какой момент ты понял, что ты профессионал? В 10 классе, когда я играл, у меня был высокий рейтинг. Я попался там с казахом, который, типа, друг Муфасы был. Его все в Казахстане знали. Он был, как мне кажется, самым сильным казахом. У него был самый высокий рейтинг среди казахов. Вот. Попадал все время с проигроками, и вот из-за этого начали узнавать. Когда у него было 7 тысяч, у меня было всего 4 там с чем-то. Он ко мне добавился и позвал меня на турнир, мой первый. Вот. Я это сказал родителям. Надо было ехать в другой город, мне оплатили переезд, жилье, еду. Я поехал с батей, потому что мне было 16 лет, а он запрещал. Вот, он своими глазами видел, как я играл на сцене, и я выиграл тогда свой первый турнир. Это был монитор, который 100 тысяч рублей стоил. А сколько времени ты вообще посвятил доте до того момента, как стал киберспортсменом, как в команду попал? В школе я мало играл, так как у меня мама была классным руководителем. Твоего же класса, я так понимаю. Моего же класса. Меня душили... Нормально так душили. Я мог играть всего 2 часа в день. Это был мой лимит. Я приходил со школы, делал уроки и играл 2 часа. У меня цель была просто выиграть 2 паблика, выйти в плюс и все, и пойти гулять на улицу. В 10 классе, когда я выиграл этот турнир, уже это ограничение спало. Я начал играть побольше. И так у меня еще быстрее рейтинг начал апаться. Потом в 11 классе меня звали на все казахстанские турниры. На ланы ездил, практически все выигрывал. Ну и мне это нравилось, эти эмоции после победы. С родителями разборок из-за доты не было? Шнуры не убирали, мониторы не прятали? У меня, короче, была 2-я смена. Просыпался в 9 утра, а мне в школу в 2 часа дня надо идти. Когда мама еще на работе, она в обед приходит. Ну там в 11-12. Я играл до 11-12, выключал комп, садился, типа делал уроки. Мама приходила, я говорю, мам, можно я 2 часа поиграю? И еще 2 часа играл. А сейчас что они думают о двукратном чемпионе D2CL? Они меня поддерживают сейчас. Думаю, довольны. Особенно батёк. Он все игры смотрит. Когда я сижу дома за компом, он приносит мне бутерброды с чаем практически каждый час. И просто за спиной смотрит, как я играю. А папа твой шарит в доте, да, ты говорил? Да, претензии есть. Вот, писал уже, что мы сосредоточились и нормально задрафтили. Вот так он написал мне. А как у тебя дела с образованием? Дружишь с ним? Да нормально, да я до сих пор учусь. Опа, на кого? У меня специальность называется автоматизация управления. 3-й курс в университете. Да это техничка, я типа буду инженером там провода проводить и т.д. Если доучусь. А ты учишься просто так, потому что надо, или есть какая-то цель? Ну это, так сказать, план Б. То есть у тебя есть куда пойти работать, если что? К батьку. А чем твой папа занимается? Главный инженер в сфере лифтов. Друзья, я напоминаю, что наш титульный партнер Parimatch, как всегда, дарит бонусы всем нашим друзьям и подписчикам. Чтобы получить бонус плюс 100% на первый депозит, нужно зарегистрироваться по нашей ссылочке, которая находится в первом закрепленном комментарии. Спасибо, что болеете за Hellraiser, смотрите наш контент. Обнимаю, целую вас. Какая у тебя самая заветная мечта, связанная с дотой? Понятное дело, international, но что-то может быть еще? Путешествовать по всем странам. Инт в Ванкувере.
То есть не Дубай, не Куала-Лумпур, не Шанхай, не Нью-Йорк? Нет. Хочу Ванкувер. Я Лос-Анджелес. А чем тебя привлекает Ванкувер? Хоккей любишь? Просто смотрел «Орел и Решку», город понравился. Кто на тебя оказывал или оказывает наибольшее влияние в доте? Не было, наверное, такого человека. Только вот последние полгода, наверное, Фир. Ценишь его как тренера в команде, да? Да, и даже когда он как игрок играл, он многому учил меня. А когда и как начался ваш совместный путь? Он меня в Хаслер позвал, когда это было? Март прошлого года. Ну там я в Хаслерах 2 матча постандинил. Это были самые важные матчи. Если бы мы проиграли, Хаслеры бы вылетели вас со второго дива, а мы выиграли, остались, и потом Хаслеры с Бейтами слились, и вот. Ну, вообще мне Саня рассказывал, что... Да, его влоги он рассказывал новогодним, где письма читал мемные. То, что он написал мне. Изначально меня вообще брать не хотели. Хотели взять другого казаха. Но тот отказался, и поэтому позвали меня. Слушай, а вот в твоем личном списке ты сам входишь в топ-3 кэрри СНГ? Да. А кто там еще есть? Я, Торо и Эпилептик. А у кого-то из иностранных игроков учишься чему-то? Только у Ами. Какие, на твой взгляд, должны быть самые вот важные качества у сильного игрока? Хладнокровие, спокойствие — это одно и то же. Ну вообще очень близко, да. Что, уверенность в себе. Какой опыт дала тебе работа с Даней в Бейт? Ну, я очень вырос как личность. Считаю. Больше начал игру понимать, больше начал ценить командную работу, а не то, что я не паблики играю, где нужно одному выигрывать. Ну, играть стал лучше, намного. Научился многому всему. А в чем разница между тем, как ты раньше играл паблики, и как ты их играешь сейчас? Я больше начал следить за своей игрой, а не просто обсирать других. Что я, если я проигрываю, значит, это что-то я не то делаю. В редких исключениях там всякие найдутся, тысячники. Какой у тебя самый любимый игрок в паблике? Арман. А самый нелюбимый? Их много. Там, так начнем. Sensibility, да, то есть. Lil Pleb. Вот 25 человек в моем дадже. Все эти... Недолюбливаю. Читаешь ли ты фидбэк в интернете после своих игр? Ну так, иногда читаю. Сильно влияет на тебя это все? Нет, вообще нет. И положительно, и отрицательно вообще. Как бы ты описал вашу атмосферу, ну, в команде? Просто дружеская, рабочая атмосфера. Главное, наверное, ну, Фир. Он больше всего историй мемных рассказывает. А какая самая мемная история вот за все буткемпы? О, нельзя говорить. Какие вещи обогащают твою жизнь? Ну, друзья у меня есть, которые поддерживают меня. Дота, анимешки, сериальчики. Родители, то, что поддерживают после каждого матча практически. И ждут меня дома, придают мне сил. Передавай приветы. Передаю всем своим карагандинским и не только друзьям, родителям, фанатам за то, что поддерживаете. Я очень это ценю. Подписывайтесь на Инстаграм и ТикТок.